Вместо болота – благоустроенный парк, вместо разбитой дороги – новый асфальт. В селе Новый Куруш приводят в порядок территорию вокруг новой мечети. Преображения стали возможными в рамках программ «Комфортная городская среда» и «Мои дороги». О том, как реализация проектов главы республики благоприятно сказывается на инфраструктуре муниципалитета и в целом жизни на селе, расскажет София Кемилова. От рассвета до заката Исмаил Аслайлиев облицовывает сельскую мечеть в одиночку. Работа не в проворот. Травертин, камень красивый, но капризный, требует ювелирной точности в укладке. Вот уже год, как строитель трудится на этом объекте. О сроках говорить не решается, не терпит халтуру, тем более в богоугодном деле. Очень большой почти мечеть, 32 на 32, высота 10 метров. Вот начал только что арка делать. Вот ему надо целый день, чтобы эта арка добить полностью, чтобы стыки должен совпадать. А если с утра я не начну, с утра надо пораньше, чтобы добить арка, надо целый день мне. Это дом Аллаха, это на каждый мусульманин обязан такими делами заниматься. Мечеть большая, вмещает почти 4000 прихожан. Строить начали еще в 2016 году за счет меценатов. Ждать, пока объект будет готов от А до Я, не стали. Уже через год здесь прозвучал первый азан. Верующие приходят не только помолиться, но и внести свой вклад в народную стройку. После смерти нашего покойного имама сразу же начался строительство мечети, альхамдулилля. И до сих пор она ведется. Очень приятно из-за того, что очень многие хорошие, доброкачественные люди помогают. И на этом плане у нас очень хорошо идет дела. Селение Новый Куруш. Несколько лет назад тихое село взбудоражило громкое убийство. Имама местной мечети застрелили, когда он шел на утренний намаз. В память о духовном лидере народ начал строить новую мечеть. Хвала Всевышнему Аллаху. В 2017 году у нас было уже открытие за год. Ну, еще осталось сделать многое. Мы сейчас видим сзади, это вторая часть мечети, омывительные классы. Улица Бекюрова не главная, но оживленная. Новая мечеть прихожан радовала, а вот болото напротив расстраивало. Сельчане обратились с просьбой, чтобы на этой территории в рамках программы «Комфортная городская среда» построили парк с детской площадкой. Раньше болото было. Потом старики там приходили, люди пришли, вот так-то сказали, вот самое такое удобное место. И заодно на болото берет, и напротив мечети вот парк создавал. Новая мечеть – красивый парк, а между ними грязь и лужи. Не дорога, а сплошная полоса препятствий. Уже в этом году картина изменится. В рамках программы «Мои дороги» улицу Бекюрова закатают в асфальт. София Кемилова, Шамиль Гасанов, Вести, Дагестан.